Звучат традиционные позывные мужского понедельника на 101.0. Добрый день. Вас приветствует Николай Голиков. И Владимир Сметанин. Мы сразу же представляем, кто вместе с нами в студии находится. Наш главный редактор Светлана Занько. Доброе утро. Доброе утро, Светлана. И наш добрый друг, товарищ, коллега Михаил Шевелев, руководитель офиса консультантов инициативного бюджетирования. Михаил, доброе утро. Здравствуйте всем. Предлагаю, знаете, с чего начать? Давайте Алексея Алексеевича поздравим с 62-летием. Давайте. Да. Поздравляем, Алексей Алексеевич. Мы имеем в виду Венедиктова. Венедиктова, да. Человек, с которой напрямую ассоциируется с радиостанцией нашей. Поздравляем. Да. Поздравляем. Долгих лет. Поздравляем. Да. Верно. Да. Ну, у нас часто бывают такие эфиры, когда жители нашего города, люди известные, уважаемые, вырываются куда-то. Встречаются, получают новые знания, общаются с коллегами из других многих. Некоторые еще новые грамоты получают. Грамоты получают. И вот сегодня как раз-таки такой эфир. Большое мероприятие было в столице в течение нескольких дней. Называется это все «Зимняя школа комитета гражданских инициатив». И Светлана, и Михаил, а еще Евгений Дрогов к нам должен подойти. Это председатель Союза журналистов Кировской области, собственно, поучаствовали в этой самой школе. Все верно? Я бы начала все-таки не с этого. Да, совершенно верно. У нас было 7 человек из Кировской области. Делегация самая большая на этой зимней школе. Мы про это расскажем. Наверное, начать надо все-таки с другого. И я бы хотела поздравить Михаила и его коллег, людей, которых хорошо знают наши слушатели. Может, Миша тут даже и перечислит. Потому что принимали участие в конкурсе как раз Комитета гражданских инициатив. Поправь меня, Миш, как это правильно называется. Большая церемония. Серьезная была, когда в субботу, да, по-моему, прошлую или воскресенье. Нет, она была 12 декабря. Во вторник. Абсолютно правильно. Когда неделю проводишь в интенсиве таком, уже начинают дни просто спутываться и смазываться. Это серьезная, очень большая награда. Это большая премия. Комитет гражданских инициатив был создан несколько лет назад и призван был развивать как раз самостоятельность нас с вами, чтобы мы принимали решения, чтобы мы объединялись для хороших дел, чтобы мы осознавали, что мы сами отвечаем за свою жизнь. И, собственно говоря, мы этим очень часто здесь, в этой студии, тоже занимаемся постоянным просвещением каким-то в этом смысле. И премия – это такой финал за год. Очень много инициатив подается на эту премию со всей страны. Может быть, ты даже цифры какие-то, Миша, я примерно, да, помню цифры, потому что на самом деле премия называется «Гражданская инициатива». Она проходила, церемония проходила 5-й раз, юбилейный. Организаторами, естественно, являются непосредственно Кудрин Алексей Леонидович, ну и, в принципе, Юлий Гусман. Как оказалось, то, что это своего рода идеолог, родоначальник этой премии. И, в принципе, он именно организует и, вот, скажем так, руководит вот этим процессом. И, как показывает сама церемония, она прошла на очень высоком уровне. Как 2700 заявок подавалось со всей страны, были региональные, так скажем, церемонии с вручением премии. Вот. Наша заявка оказалась в числе одной из 13 номинаций. Всего получилось 78 номинантов, которые, собственно говоря, были приглашены, и, в принципе, мы имели возможность, собственно говоря, выиграть в этом, скажем так, mm-hmm. эту премию. Михаил, но поясните, название ясно. Для кого все-таки эта премия? Поясните, это премия кто может участвовать? Для людей, которые неравнодушны и которые реализовали какой-либо проект в как раз вот нашем гражданском обществе. Это ТОСы, это некоммерческие организации, это гражданские активисты. Было 13 номинаций, а наша номинация называлась «Ростки новой власти». Угу. «Ростки новой власти»? «Ростки новой угу. власти», да. То есть в нашей номинации победила, например, заявка ребят из Ульяновска, которые очень, ну, так, нестандартно подошли к созданию своего ТОСа. То есть это не тот формализм, который в большей части присутствует в нашей стране. Там, да, то есть надо создать ТОС для каких-то своих целей. Создали и забыли. Вот. А они подошли именно так, что он у них действует постоянно и, по сути, является таким вот элементом местного самоуправления настоящего. Ну, для Кирова это неудивительно, на самом деле. У нас
580 ТОСов создано только в городе Кирове, и реально работающих из них очень много. Ну, для этого у нас есть институты, что ли, да, в частности, поддержки местных инициатив, местные гранты, другие формы поддержки, поэтому у них есть возможность работать. Администрация активно очень работает с ТОСами. Администрация нашим, активно да. очень работает. Ну, то есть у нас есть культура вот это взаимодействия с ТОСами. В стране таких регионов и городов на самом деле не очень много. То есть мы встречались, вот ребята были из совершенно разных городов, не всегда центральных городов. Краснотурьинск, Новосибирск, Красноярск, Чебоксары, небольшие города из Чувашии. То есть и для них, для всех вот такие вот, ну, рассказы, скажем так, такие возможности, это на самом деле очень большое признание их деятельности. Давай скажем, что кроме всего прочего, надо сказать, что первая премия составляла 200 тысяч рублей, между прочим. Да. То есть не просто грамоту вручили и почествовали. Еще и материальное подкрепление. А да, было серьезное материальное подкрепление. 200 тысяч рублей. Вы были где-то рядом. Да. Вы были где-то рядом. И когда объявляли номинацию и сказали создание... У вас так же называлось, да? Страшно, да, потому что это самая главная номинация. На самом деле она вручала отлично Кудрину Алексею Леонидовичу. Вот, это была первая номинация, то есть это человек, который выходил, он, собственно, задавал тон всей церемонии. И на самом деле было очень волнительно. Было очень... много ребят и примеров и проектов, которые, ну, действительно, наверное, ее лучше посмотреть, она есть в интернете, потому что те примеры, которые продемонстрированы, ну, блин, мне было очень гордо за наших коллег из всех регионов, которые, как это интересно сказал Князев в школе, иррационально подходят к своему времени. Вот Князев в школе, сейчас для слушателей совершенно непонятно. Поясните. Это я уже перескочил на неделю. Я понимаю, что по радио нужно все объяснять. Семинары. Да. Тем не менее, люди, которые иррационально подходят к своему выбору своей деятельности, то есть которые проживают жизнь и работают не только за деньги, скажем так, потому что они работают прежде всего за идею, за желание этот мир изменить к лучшему. Это классно. И примеры, которые там приведены, это те примеры, тот ежедневный подвиг, который просто можно транслировать. В каждой номинации выбрать победителей было чрезвычайно сложно. То есть я, честно говоря, затрудняюсь сказать, как подходили к этому организаторы, потому что достойны все. Михаил, я недопонял, простите, у вас какое место-то в итоге? Можно об этом говорить? Мы попали в шорт-лист. Вот. Так, раздался голос Евгений Дрогов, представитель журналистов нашего региона. Евгений более опытный в церемониях премии, поэтому... Да ладно. Он их чаще получает, да? Давайте сейчас по полочкам все разложим, чтобы было понятно. 13 номинаций было подано, 2700 заявок. В каждой номинации было отобрано 6 финалистов. То есть умножаем на 13, 78 проектов из 2700... Получили как минимум диплом участника и ценный подарок. А победитель был объявлен уже на церемонии. То есть интрига сохранялась до последнего. Никто не знал, кто выиграл. Оскар. У нас были в нашей делегации участники, кто поехал на церемонию, с полной уверенностью, что именно мы выиграли. Вот. Но, как выяснилось потом... Мы упустили один важный этап. Надежды юношей питают, как говорится. Да. Но в данном случае действительно Михаил прав. Все достойны. Вот. Видимо, выиграли те, кому нужнее. А премия только одна. 200 тысяч в каждой номинации. 13 победителей. То есть у вас только диплом и ценный приз. Да. Но у нас есть... 14-я фотография с вручением диплома, потому что нам повезло. Мы, когда перед этим общались, мы подошли к Алексею Леонидовичу. Ну, немножко, собственно говоря, пообщались. Я Михаила с ним сфотографировал. Да. С дипломом. Видели мы вот эту фотографию уже, да, видели это, в интернетах. Да. Женя меня толкнул в спину. И поэтому я пообщался с Кудриным. Знаете, я что вспоминаю? Несколько лет назад Комитет гражданских инициатив вручал премию здесь, в городе Кирове. Я, кстати говоря, участвовала в этой церемонии. Приезжал как раз господин Гусман. И наши тосовцы, наши активисты, полный зал был, я не помню сейчас, где конкретно, в какой точке, но я только помню свой выход на сцену. Я потом делилась с коллегами своими ощущениями. Это было настолько для меня волнительно, у меня просто реально тряслись коленки, о чем я сказала прямо на сцене. И наворачивала
наворачивались слезы, потому что очень многих из них мы знаем, кто и как работает, и сколько сил отдают абсолютно бескорыстно и безвозмездно практически в этой активной жизни, что хотелось просто плакать, потому что это сидели люди, которых, может быть, впервые собрали на такое мероприятие, и тут их чествуют, понимаете? Мало того, что они каждый день трудятся с утра до ночи, там, да, с соседями, с властью, с нами, со СМИ сотрудничают. Вот тут они все собрались, они сидят, и ты смотришь и думаешь, господи, у тебя столько дел, у тебя столько сил уходит, там же очень много женщин, вот в Кирове очень много женщин. У тебя столько сил уходит на то, чтобы семью свою поддержать, чтобы на работе там как-то, да, вот. А ты еще благоустраиваешь все вокруг во всех смыслах. То есть это не только имеется в виду, конечно же, благоустройство какое-то там, да, городское, но и налаживание связи самое главное, понимаете? Вот то те самые ростки власти, самоуправления, за которые вы, в общем, получили свое признание. И это было правда. Это было прям вот для меня одно из самых ярких таких впечатлений. Дай бог, может быть, когда-нибудь еще раз у нас в Кирове пройдет такая премия, потому что я считаю, что люди абсолютно достойны, чтобы их награждали, поздравляли и очтили. Но на карте были указаны города, где такие церемонии вот региональные, в которых участвовали проекты только этого региона, mm-hmm. достаточно много было уже. Там городов, не знаю, 10-то точно, а может и 15. Вот, и Киров в том числе. Ну, Киров вообще достаточно ярко. В какой-то степени, думаю, что это заслуга прежнего губернатора, что мы тогда попали в это... Mm-hmm. Вот, mm-hmm. в число первых городов, где такие региональные церемонии проходили. Да, Никита Юрьевич Белых присутствовал, конечно же, на этой церемонии, да. И он активно сотрудничал с комитетом, насколько я знаю. Вот. Я хочу Светине слова дополнить, что это не просто женщины и мужчины, да, это у нас есть в ППМИ такой термин «самоорганизованные граждане». Вот. Эта самоорганизация может быть институциализирована, а может быть и нет. Ну, то есть степень формализации этой самоорганизации, она разная. То есть кто-то зарегистрировался как общественная, например, организация, а кто-то нет. Вот просто там собираются женщины и свой досуг устраивают, и от этого мир становится где-то локально светлее, чище и приятнее. Перерыв у нас? Да, давайте сделаем небольшую паузу, продолжим наше общение. Михаил Шевелев, руководитель Офиса консультантов инициативного бюджетирования, Евгений Дрогов, председатель Союза журналистов Кировской области и наш главный редактор Светлана Занькова. Такой компании мы собрались для того, чтобы подвести итоги зимней школы Комитета гражданских инициатив. Давайте сейчас конструктивно, да, перейдем, собственно, чем были наполнены эти дни. Что вы делали? И основная цель всего этого, да. Предысторию нашего появления там расскажу, потому что даже, например, ребята не все знают. Меня приглашали в свое время... в качестве эксперта университета комитета гражданских инициатив, как раз по вопросам, связанным с инициативным бюджетированием, ну, то, чем мы непосредственно занимаемся. И было это когда? Это было осенью, это было в октябре месяце. И мы все давно знакомы с Александром Юрьевичем Цагамоновым, автором этой школы. И он мне в последнюю нашу встречу сказал: «Миша, слушай, вот я только вас знаю, кировских хороших ребят. Попытайся сделать так, чтобы вы приехали... большой делегацией, потому что для меня очень важно показать регион, показать для ребят, чтобы они сами почувствовали, те ученики, которые есть, что регион – это не один-два человека активистов, а это может быть там целая группа единомышленников, которые могут по-разному мыслить, но с которыми интересно разговаривать. И я так получилось, когда объявление вышло о школе, я разослал ребятам. То есть не все смогли на самом деле поехать. Толя Курбатов хотел тоже поехать, но не красивый получилось. Красивый Киров, координатор. Да, красивый Киров. Вот. Но так получилось, что большинство все-таки смогло, потому что это ведь рабочие дни, еще никто никуда там нас не отпустил, это за свой счет проезд, собственно. Вот. И то, что звезды сошлись, то, что мы тогда еще не знали про церемонию, то, что это для нас получилось достаточно не просто познавательная поездка, а очень классное общение. Насыщенно очень, да? Интенсивно вот по содержанию. Очень интенсивное. Mm-hmm. По качеству, я думаю, что это в плюс. Ну, действительно, это еще, как сказать там,
Киров звучал очень часто. И я думаю, что это важно для нашего региона в принципе, потому что очень многие ребята уехали и будут про нас говорить просто-напросто. И будут передавать тот наш опыт, те наши знания, которыми и мы поделились, и, собственно говоря, которые мы почерпнули. Давайте конкретно в итоге, поездки. Давай, вот сказал много. Сколько было кировских-то? Семь человек. Семь человек. Да. Следующая делегация после нас была Махачкала, по-моему, сейчас. Да, Дагестан. Да, по-моему, 6 их было. Да. Жень, расскажи, пожалуйста, про повестку, потому что вот Володя спрашивал, чем конкретно да, мы там занимались, чтобы чему была посвящена эта школа, чтобы и наши слушатели понимали, зачем туда вот едут люди. И, видимо, мы сейчас агитируем за то, чтобы те, кому не все равно, что происходит вокруг, и те, кто хочет улучшать там условия жизни нашей, должны обращать внимание на такие семинары. И, может, сквозная тема такая всех дней, да, семинаров, всех выступлений, можно так сказать, город будущего, ну или жизнь в городах в будущем, или цивилизация. В ближайшем будущем. Да, в ближайшем будущем. Вот. И все, что связано с этим. Комфортная городская среда, проекты инициативного бюджетирования и другие проекты, гражданская активность. Место города. Место города вообще на земле, да? Брендирование города, брендирование, да? Экономическая эффективность сайтов. Пути развития страны и встраивание в мировое пространство, несмотря на ту сложную геополитическую и социально-экономическую обстановку, в которой мы оказались. В частности, был презентован проект, связанный с развитием Транссиба, как моста, канала, создания единого евроазиатского пространства, единая Евразия. Вот. Он, конечно, давнюю историю имеет, об этом можно отдельно разговаривать, и он в чем-то в нынешней обстановке видится таким фантастическим, но это очень интересно, потому что на Транссибе расположены крупные города, начиная там от Москвы до Владивостока, и в том числе и Киров там звучал тоже, как город на северной ветке Транссиба. И мы еще с коллегами сидели и гадали. Спикер, который рассказывал о городах на Транссибе, Виктория Семенова, по-моему, фамилия у нее. Вот. Пойдет она по южной ветке через Казань или через Киров и Пермь она пойдет. Вот. И хотя предыдущий спикер, презентовавший проект, демонстрировал его через Казань, вот она предпочла все-таки Киров, и нам было очень приятно. Вот. А какое место там Киров? Какое внимание было уделено? Неплохое место. Я вот недавно был на Римской выставке, и меня все спрашивали, с кем я в деловой программе участвовал, из других стран издателей, а большой город Киров, да, то есть для них 1000 километров, для европейцев это очень большое расстояние. Но когда я говорил, что у нас 500 000 жителей, все так кивали головой, говорили, да, у вас большой крупный город. Уважительно. Но надо сказать, да? Надо сказать, что это действительно были не какие-то отстраненные или фантастические проекты. Там очень много было конкретной практики. Мы объединялись в группы, мы принимали определенные решения, потому что, вот вы знаете, меня, конечно, поразил опыт города Люблин. Там был представитель города Люблин, Польша. И он рассказывал о брендировании. Мы вот совсем недавно с вами, да, разговаривали о брендировании в рамках недели рекламы, которая в Кирове проходила. К нам тут приезжал человек из Урюпинска, который отбрендировал свой город там, да, и подходы, я вам хочу сказать, что подходы, конечно, в чем-то есть намеки на сходство, но, конечно, опыт десятилетнего, вот как раз десятилетний опыт Люблина, который они прошли с момента, когда они приняли решение, что нужно что-то делать, потому что нужно как раз идентифицировать город в мире, надо привлекать инвесторов, надо делать то, сё, пятое, десятое. От первого шага до шага, который сейчас они уже делают, потому что они понимают, что спустя 10 лет, когда они получили экономический эффект, культурологический эффект, эффект на демографии сказавшийся, они понимают, что ситуация уже изменилась, и Люблин находится на другой совершенно ступеньке, и они заново занимаются брендингом, уже вообще другим. Они уже идентификацию не историческую ищут, другую, ту, которая современному миру соответствует. У нас есть, конечно, большое желание пригласить Михая в Киров, потому что пользу не...
Активисты — это прекрасно все. Но прежде всего эти вещи должны слышать молодые люди, которые придут нам на смену, и придут на смену там руководству города и области, которые сейчас есть. И, естественно, это самое руководство должно это слышать, потому что это то, чем они непосредственно занимаются каждый день. И чтобы это не было какими-то голословными рассуждениями, ни к чему не ведущими, с непонятными затратами потом на непонятные сайты, непонятное брендирование, нужно, конечно, перенимать опыт у тех, кто доказал свою эффективность. И лучше, если этот опыт будет хотя бы с 10-летней истории, правда. А этот товарищ поляк, он чиновник или он как? Он на службе муниципальной. Да? Его специально призвали для того, чтобы заниматься брендингом 10 лет назад. Он это и сделал, потом уезжал и вернулся. И вот команда, которой сейчас он руководит и занимается непосредственно, вот сейчас имеют задачу сделать Люблин инвестиционно привлекательным. То, что они сделали, он, как говорит Миха, и то, что мы увидели, работает. И работает очень хорошо. А здесь в студии, когда говорили вот о брендировании, речь шла не о том, что это разовая вещь, когда создается бренд. Люблин, а речь идет о том, что это должно обслуживаться в течение определенного времени. И человек, который обслуживает вот этот бренд, да, который развивает его, он уже находится на службе, потому что он, в принципе, работает на муниципалитете. Интересная история произошла. Он подтвердил тезис о том, что никакое брендирование... Вот мне, я почему засмеялся, мне это слово отбрендировать, оно мне не нравится. Да, оно звучит агрессивно так. Нет, оно совмещается с русским словом «сбрендить» еще. Оно как-то сбрендили. Сбрендил человек, да. У нас очень много профанации просто скрывается сегодня за вот этим брендированием. Каждый второй хочет кого-нибудь отбрендировать. Вот поэтому еще ребрендировать специалистом. Да. Так вот, Фурманек подтвердил тезис о том, что без реального наполнения программы развития города никакое брендирование, оно вообще невозможно и неэффективно. Смыслы. И оно не имеет смысла. Речь о смыслах, прежде всего, да, идет, оно не имеет смысла. А не о формальных каких-то там движениях. У нас часто... Как бы идея без скелета, да, без да, без у нас острова. Часто брендирование – это визуализация каких-то смыслов, часто не наполненных никаким содержанием. Вот. Можно я сейчас просто прокомментирую быстро? Володя открывает сайт Люблина, и это как раз история, с которой мы начали. Мы открываем официальный административный сайт, примерно такой, как у нас в Кирове, то есть который глубокий, тяжелый, скучно по нему ходить. И у меня сейчас просто нет перед собой своих записей, но если ты, Володя, зайдешь, по-моему, investinlublin.com, да, это новый сайт, который был создан как раз для инвесторов и который работает. Там есть несколько... Он другой, мы их сравнивали как раз. Investinlublin. Если я не ошибаюсь, да. В одно слово все. Да, да. Но пока Володя смотрит, я бы хотел просто добавить то, что красной нитью для всех участников, по сути, были вопросы управления городом, то есть современного управления городом. И вот эта практичность, о которой Света говорит, она касалась не только вот бренда, там, либо экономики, архитектуры, управления пространствами и так далее. А вообще, честно говоря, мы очень много говорили о том, а как сейчас сделать так, чтобы администрации были заинтересованы в реализации вот таких 10-летних проектов, заинтересованы в том, чтобы поддержать активистов, чтобы не сказать так, чтобы население было не обузой, а реальным таким, как бы сказать, реальным органом взаимодействия, которое работает как раз на благо развития городов. И очень интересны были тезисы, вот связанные с брендингом и так далее, то, что самое-то главное сделать жизнь-то для горожан комфортной, удобной и привлекательной, потому что если для них будет комфортно, удобно и привлекательно, то туда поедут жить и другие. А не то, чтобы сделать так, приезжайте к нам, вы приехали, потом не знаем, что с вами делать. Вот. И вот это вот вопросы управления, конечно, они мне очень понравился опыт Чебоксара, на самом деле, да, то, что ребята говорили про свою администрацию, я не скажу, что с любовью, но они с очень большим уважением говорили о том, что нам не просто пошли навстречу, то есть они возглавляют этот процесс. То есть они ассимилируют те идеи, которые возникают у людей достаточно профессионально. Администрация возглавляет. Администрация города Чебоксары. Опираясь как раз вот на инициативы. Да, граждан, на эти инициативы, граждан. Прислушиваясь к этому. То есть, и при этом вот в длинную, отказываться от точной застройки, определяют о том, какие микрорайоны, как они будут развиваться, что нужно сделать для того, чтобы Чебоксары стал самым красивым городом в мире. Вот, кстати, надо еще отметить, из
Чебоксар, у нас был депутат, да, областного законодательного собрания, он по-другому как-то там называется. Республиканского. Республиканского, да. Госсовет, и просто очень часто активистов представляют себе, ну, тот деле, он уже так не думает, но те, кто нет, представляют себе как каких-то бездельников, которые любят походить, там, попиариться, поговорить, там, фоточки повыкладывать, mm-hmm. да, вот это такое архаичное представление о неформальных, неустроенных, я бы сказала, люди, совершенно нет, все пристроены, слава богу, обычно это эти люди, которые занимают какие-то уже топовые менеджерские места, и если нет, то они, по крайней мере, помощники таких людей и учатся, поэтому у нас там были и депутаты, и главы муниципалитетов, как в нашем случае, да, что очень важно, потому что, как я уже подчеркивала, конечно, важно не только активистов и людей доброй воли там обучать, но еще и тех, кто это профессионально делает на своих местах. Просто, я думаю, надо озвучить Думе, насчет того, мы так-то загадочно говорим, у нас был Сергей Чурин, глава Фаленского района. Да, глава Фаленского. Да. Я, кстати, с удивлением... Он впервые был, кстати? А? Впервые да. был, да? И так нас порадовал, как он там замечательные кейсы раскладывал. Молодец. Молодой? Он был у нас по Фаленскому мосту, помнишь? Я никогда не смотрел на Фаленке, как на город на Транссибе. На место притяжения силы. Если я не ошибаюсь, на гербе Фаленского района картошечка. Картошечка. Евгений Дрога в курсе. Непосредственно отношения имеет. Я должен сказать. Отбрендировал уже. Давайте рекламу сделаем, небольшая пауза и вернемся. Михаил Шевелев, Евгений Дрогов, Светлана Занько, наши гости. Мы там остановились на главе Фаленского района, который поразил своей активностью, да? Похвалите еще человека. Ну, в хорошем смысле. Даже не активностью, а знаниями, подходами. Открытостью, способностью самопрезентовать какие-то вещи. А что презентовал-то? Что, как там народ в Фаленском районе живет? Работа была в группах, нужно было выполнить определенные задания, там, представить свой город, как он будет развиваться. Лидером. То есть он свою группу, можно так сказать, неформально возглавил. И от своей группы очень интересно, задорно так рассказывал, что они придумали. Это просто это очень специфическая вещь, потому что надо представлять, кто там есть. Приехал парень из Фаленского района, молодой, да, вот только свежеиспеченный практически глава. А там же было очень много людей, вы знаете, которые прошли длинный путь, мастодонты такие. И в этой ситуации не растеряться, а возглавить этих людей, да, и взять на себя ответственность в презентации важных достаточно кейсов, потому что они были тоже не придуманные. А вот то, что Женя сказал, экономическое обоснование развития, найти эти точки опоры, пути. Вот все то, что вот нам губернатор все время говорит. Где, говорит, программа развития вятского предпринимательства у наших кандидатов в бизнес-омбудсмены? Нет ее. Ну вот здесь на рабочих группах такие программы составляли. Полтора часа, и она готова будет. Да. Ну, на самом деле, я вот продолжу тезис Светлый, который мы сейчас продолжаем вообще по тому, кто там был. На самом деле, там были среди слушателей школы эксперты федерального уровня. То есть и их было немало. И они действительно нужно эксперты понимать, что это не то, что там, ну, придите к нам, пожалуйста, мы вас возьмем, послушайте у нас. Там был достаточно большой конкурс. Там было эксперты в чем? В организации вот этих процессов? В спикеры. Эксперты. Ну, там была Галина Лопушинская, да, там... Она завкафедрой Тверского университета, который сейчас занимается, в частности, вот в прошлом году они стартовали, у нас это давно уже история идет, а они стартовали в прошлом году по ППМИ в городах, вот в Твери именно. Ну и в других крупных городах. Дагестанские эти очень представительные. Да. Это чиновники регионального уровня. Да, то есть уровень замминистра региона. То есть можно перечислять долго. Я хотела бы только сказать, что экспертами федерального уровня являются люди, которые сидят сейчас в нашей студии. К сожалению, не все это осознают. А прежде всего вот там в сером доме через дорогу. Потому что, насколько я знаю, уже даже обосновавшись после выборов, с вами еще не встречались. Но бог с ним. Но мы должны об этом сказать. Что ребята, которые занимаются столько лет проектом поддержки местных инициатив, инициативным бюджетированием, консультируют города и регионы по всей стране. Вот Евгений Дрогоров и Михаил Шевелев – это эксперты федерального уровня. Ну, это там было сказано. Причем было сказано... Это здесь я хочу, чтобы было сказано еще не раз. Ну, Владимир Вагин, руководитель Центра инициативного бюджетирования, он про Киров вообще сказал. Научно-исследовательского финансового института Минфина. Да, он вообще откровение сказал, он приезжал с частным визитом в Киров,
И он... Мы об этом не знали, он нам не говорил до этого. И он просто сказал, что честно, ну, обычно, когда приезжаешь, там говорит регион, у нас есть инициативное бюджетирование. Это совсем не значит, что люди об этом знают, что там есть инициативное бюджетирование. Он приехал здесь, спросил, у вас есть ППМИ? Они такие, да ты что, у нас такой проект. Да, мы тут самые крутые. Просто прохожие, он опрашивал прохожих. Простые люди. Он ну, еще соседи еще опрашивал. Более 50%, то есть больше 50% людей сказали, да, мы знаем, или мы участвуем, и да-да-да. И это очень высокий процент. Это, конечно, это для федерального уровня. В городе опрашивал именно? Да-да, в Кирове. Это, на самом деле, это очень высокий процент. Это очень высокий процент. Да, для города, да. И, на самом деле, ну это тоже складываются такие пазлы, что нас привлекает ну, на федеральном уровне много где. Ну, тоже Тверь, вот я два раза ездил туда вот в прошлом году в помощь, так сказать, и организаторам, и участникам проводили семинар для представителей городов Тверской области, которые будут потом участвовать в ППМИ. У них это был только сельский проект вот, с 2013 года. Вот. И эти лица-то, они же узнаются. Вот я Лопушинскую увидел, говорю, мы с вами где-то встречались. Она говорит, конечно, в Твери. И вот такая история, она повторяется. А пермская история, она меня поразила просто. Замечательность. Там есть, как называется? Совет муниципальных образований. Есть, у нас тоже есть совет муниципальных. Но при совете муниципальных образований есть проект. Проект муниципальный факультет. Называется муниципальный факультет. Что они делают? Они методично обучают чиновников из муниципалитетов, вот как нас сейчас, сколачивая из них настоящие команды, не просто там, вот, знаете, глав муниципалитетов созвали, там лекцию закатили. Идет системная работа. В результате на местах в муниципалитетах возникают команды единомышленников, образованные, обученные там официальными структурами, надо сказать, да, с передовым опытом, с единым пониманием целей и задач развития региона и каждого муниципалитета в рамках этого региона и страны. А самое главное, по взаимодействию не с абстрактным населением, да, а с гражданами. Конкретными. И вот, пожалуйста, Михаил Шевелев, эксперт этого проекта в Перми. Абсолютно, да. В Перми я чаще бываю экспертом. Чем в Кировской области. Вот, но реально там ведь еще муниципальный факультет, это такая история, в четырех городах он реализуется, в Иркутске еще в двух, я не запомнил, но это кузница кадров уже на уровне регионального. Уже несколько выпускников вот этой программы муниципальный факультет с уровня муниципалитета дошли до уровня руководящих должностей в правительстве, да, правительстве Пермского края. И вот это для них является реальным достижением, потому что действительно вот это вот взаимодействие на муниципальном уровне, умение работать с населением все больше и больше сейчас востребовано, а тогда, когда оно происходит системно, привлечением экспертов федерального уровня, то, конечно, это ну, не может быть безотзывчивым. Нет, ну это же классно, когда человек, который уже понимает систему муниципальную, умеет общаться именно с гражданами, идет на уровень работы в регион и несет с собой это знание. Конечно, это конечно. И он будет общаться с людьми на местах уже с точки зрения их знаний и умений. Причем это же ситуацию. Системная работа, это постоянная история такая, то есть ротации, да, люди приходят новые, попадают вот в этот университет. Университет, муниципальный университет. Факультет. Ну, без разницы. Муниципальный факультет. Можно и так назвать. Получая там практические знания и навыки работы. То есть не абстрактное образование какое-то, а вот, я не знаю, без отрыва, что я называется, еще от производства. Не могу удержаться, еще скажу одну вещь, то что денег это требует вообще немного. Немного это сколько? Реально, это, ну, по сути, гонорар спикеров, которые приезжают, и помещение. Потому что люди, которые приезжают... Где будет проходить, собственно. То есть, по большому счету, это не дорожее любой из тех конференций, которые нас любят проводить большие... Ну, у нас любят собирать муниципалов, например. Это в большей степени как раз вот такая воля. Воля создания, воля организации. А вот, кстати, чья это была воля, скажи, пожалуйста? Это была целенаправленная... целенаправленный проект Совета муниципальных образований. Угу. Потому что это не формальная работа у них, а они в какой-то момент приняли решение лоббировать, условно говоря,
интересы муниципалитетов и на федеральном уровне, и они выстроили действительно такую интересную организацию, которая защищает интересы муниципалитетов перед всеми государственными органами и так далее. Ну, не только защищает, естественно, в большей степени поддерживает, выстраивает диалог, выстраивает диалог, да. Но при этом вот такой как бы двунаправленный уровень, на уровень госвласти и на уровень самих сотрудников муниципалитетов, людей, которые с муниципалитетом связаны. Тут еще очень важно, что ликвидируется вот эта необходимость в ручном режиме срочно, значит, что-то решать в каждом муниципалитете. Случилось что-нибудь, надо заткнуть дырку здесь, надо здесь. Здесь система распространяется на весь регион. Ты знаешь, что вот стоит только что... сказать, ребята, вот это, и все знают, что делать, и какие будут чтобы последствия. Чтобы президент не чинил водопроводы, а губернатор лампочки не вкручивал. Да. И на самом деле, как бы мы когда разговаривали с ребятами-то, мне вопрос был простой. Вы же на Транссибе? На Транссибе, так мы муниципальный факультет на Транссибе запросто можем сделать. Вот. И это, кстати, да, одна из идей, которую мы хотим реализовать, тоже попробовать, может быть, реализовать в Кирове. У нас ведь тоже подвижной есть. Подвижной муниципальный факультет. Совет муниципальных есть у нас образование? Конечно. Здесь же бронепоезда, здесь такой муниципальный экспресс. Путешествующий. И все-таки хочется спросить, мы как-то все говорим, да, как-то безоблачно. Ну, понятно, что проблемы-то бывают, но все-таки вот вы как специалисты, каковы основные все-таки проблемы, когда вот инициатива схлопывается, свертывается по какой-либо причине? Часто ли причин-то такой... ведь много. Да. Инициатива – вещь очень хрупкая. То есть она требует определенной поддержки. Поддержки на всех уровнях. И на самом деле, вот в чем ценность школы была, это и в том, что инициативу тоже нужно оценить. Инициативе рознь. То есть подготовленная инициатива, продуманная инициатива, разумно обоснованная, она, конечно, имеет ценность. Инициатива, когда я прошел, тут надо ремонтировать дорогу, давайте мы здесь отремонтировать дорогу, а куда она ведет, никого когда не интересует, это не инициатива. То есть, ну, наверное, да, надо ремонтировать. Я, наверное, вот что скажу. Я понимаю, Володь, о чем ты говоришь. Мы просто долгие годы говорили, что вот нас тут не слышат, здесь не поддерживают, денег нет, людей нет, никто не понимает. Вот мы об этом сказали на финале школы, что атмосфера школы была таковой, поразительно, что негатива вот такого плачущего состояния, что все плохо, власти давят, не было. Люди, понимая прекрасно еще раз, что происходит вот в геополитике, да, где мы сейчас в смысле глобальном находимся, но на кошельке у каждого ведь это сказалось, еще как, понимали, что вот размышляя над судьбами нашей Родины, надо не забывать работать вот на месте, на земле друг с другом. И это спасает. И мы только об этом, об успешных кейсах говорили, Володя, делились возможностями, контактами, договаривались, кто с кем, где, когда еще реализует. Вот в Пермь мы в апреле точно поедем. Вот где будет факультет, я надеюсь, что уже тогда с чиновниками поедем, возможно, самого высокого уровня. Да, Бог, в Махачкалу съездим. Да, уже приглашают дагестанцы, они хотят понять, каким образом у них очень серьезно специфика, конечно. У них захватывают инициативу сейчас, знаете кто, религиозные деятели. Разного толка. Вы еще знаете, что хочу сказать, важную вещь, которая тоже сквозной мыслью звучала все дни. Буквально полминуты остается. Да, я вложусь в полминуты. Невозможно построение общества и развития без доверия. Без развития этого доверия граждан друг другу. Гражданское общество и власти, бизнеса и общества и власти и так далее. Вот. И вот эта атмосфера, когда чужие люди вроде бы вот сразу они приехали и начали взаимодействовать, располагает к этому доверию и его формирует. И, может быть, эти ростки этого доверия будут произрастать и в тех регионах, откуда приехали эти люди. Сразу просто пример. Миша мне говорит, ты давно знаешь этого чувака из Чебоксар, да? Этого депутата? Я говорю, да вот познакомились. Говорит, такое ощущение, что вы 100 лет знакомы. И так все там были. Ну, на этом пора нам прекращать, завершать первый час мужского понедельника. Благодарим наших гостей. Михаил Шевелев, Евгений Дрогов и Светлана Занько. Мы, на самом деле, сейчас тоже говорим до свидания, потому что, ну, будем честными, второй час у нас будет в записи, будем говорить мы там о проекте «Русский онлайн» и уже с позицией преподавателей русского языка. Это завершающая программа цикла. Да, замечательные работают здесь, русского языка, в Кировской области, в кировских школах. Да. Так что будет интересно после 12:05. До свидания.